Bravo, bravo. Je recrie «Браво!» и je lance mon chapeau dans les vagues des airs. Письмо Ивана Тургенева к Полине Виардо на языке оригинала. Педагоги школ города на час погрузились в историю любви длиной в 40 лет. Фрагменты переписки русского классика с оперной певицей Полиной Виардо опубликовали не так давно. Эти отношения, которые стали для Тургенева настоящим испытанием всей жизни, полны загадок и до сих пор до конца не изучены. Замечательное письмо, которое написал Тургенев своей возлюбленной, говорится о том, что Курт Венеле, пребывая в этом городе, он посетил концерт ее и был в восторге. Для меня было очень интересно узнать новое, почитать о Тургеневе, его биографию. В ноябре исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Встреча с Виардо – переломное событие в жизни классика. Известная оперная певица стала музой для писателя, а их письма превратились в настоящие литературные произведения. Иван Тургенев – это тот человек, о котором стоит говорить на всех языках мира. Я получила удовольствие от чтения своих коллег. Можно сказать, что мероприятие удалось. Ольга Александровна Сушко – учитель начальных классов в 15-м лицее. Педагог прививает детям любовь к литературе с младшей школы, знакомит школьников с произведениями русских писателей, учит ребят выразительно читать. Ученики Ольги Сушко – постоянные участники проекта «Читаем вслух». Очень важно прочитать так, чтобы зацепило за душу, зацепило за сердце, чтобы это раскрылось. А если чтение затронуло, да, то значит оно сохранится, произведение станет любимым, с этим человеком потом будет интересно общаться. Следующая встреча проекта «Читаем вслух» пройдет 9 ноября. Десятиклассники познакомятся с культовым историческим романом писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.